мы хотели вам показать кормушку от дяди Коли. Кормушка, которая нужна для прикормки рыбы со льда. Сделана она просто. То есть берется любая баночка диаметром меньше диаметра вашего бура. Нитка капроновая, леска толстая, там все, что у вас есть под рукой. Гаечка небольшая. Ну и можно проволоку, можно вот такого плана скобочку, чтобы сделать на крышке железо вот такое. Ну и все, и вот в принципе делается следующим образом. Баночки насверливаем отверстие. Это для того, чтобы использовать кормушку, не высыпая корм. То есть закрыли, в лунки подвешали, корм в банке, в кормушке. И из отверстия как бы постепенно корм вымывается. Ну и рыба собирается тут вокруг него. Вот. Но основная роль этой кормушки все-таки корм выбросить на дно. Для этого она сделана вот следующим образом. В банку заливаем свинец. Можно сделать просто какой-то груз, допустим, туда положить на дно. Это для того, чтобы лучше тонула она. Груз на дне, она будет, когда мы все соберем, она будет переворачиваться. Вот у нас как бы сделано. Свинец, два отверстия, скобочка, привязана к скобочке нитка. Вот. На таком вот расстоянии, где-то примерно две банки, привязана гаечка, которая играет роль стопора, потом за счет этой гаечки крышка будет открываться. Вот. В крышке вот так перекрутилось немножечко. Так. В крышке вот скобочка, мы ниточку пропустили. Вот пропустили ниточку. Ну вот, в принципе, и все устройство. Наложили корм, закрыли крышечкой. Крышку закрываем не плотно. Все. Так, корм лежит. Крышка закрыта. То есть в лунку кормушку отпустили. До дна дошла. Приподняли. Дернули. Корм высыпал. Все элементарно просто, дешево и сердито. Еще раз. Вот. Вот таким образом сделано. Так. 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 Вот. Последовательность деталей. Вот такая кормушка от дяди Коли.